Мега предоставил доказательства существования глобальной системы шпионажа. Ее действия распространяются на госучреждения, военные штабы, коммерческие компании и даже частных лиц. Зона охвата – все страны Европы, кроме Англии, Россия и Ближний Восток. Система называется «Эшелон». Ее организаторы – Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия. «Эшелон» был основан в 1947 году по инициативе американских и английских властей. Ее целью был Советский Союз. С окончанием Холодной войны и неуемным развитием технологий деятельность «Эшелона» и объекты шпионажа изменились. Теперь главное – экономический шпионаж и сбор информации обо всем в Европе и России. «Эшелон» работает следующим образом. Прежде всего, это спутники слежения, которые держат под колпаком все электронные средства связи, от телефонов и пейджеров до интернета и электронной почты. Затем суперкомпьютеры, способные анализировать в день по 3 миллиарда сообщений. Кроме того, в системе есть станции, которые как бы фильтруют объемы информации, то есть сортируют все по ключевым словам и именам, например, террор, героин или фамилии действующих политиков. Основная движущая сила «Эшелона» – Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов. Информация о самой засекреченной системе шпионажа появилась в 1998 году из-за утечки в ЦРУ. Тогда скандал удалось замять. Но сейчас появились новые неопровержимые факты. К тому же правительство Австралии признало существование системы. Сейчас Европейский комитет по гражданским свободам намерен подать на Великобританию и США в международный суд, обвинив их в ведении экономического и промышленного шпионажа против стран Евросоюза. В Европарламенте прошли слушания, которые вызвали невиданный ажиотаж. Парламентарии с трудом попали в здание, так как вокруг толпились сотни журналистов. Причина – доклад о том, как Соединенные Штаты и Великобритания занимаются промышленным шпионажем против своих европейских союзников. Факты, изложенные в докладе о системе «Эшелон», повергли всех в шок. Возможно, существование электронного шпионажа против стран бывшего Советского Союза многие допускали. Но то, что уже несколько десятилетий вся Европа находится под колпаком, ни у кого не укладывается в голове. Оказывается, все, что проходит через электронные средства связи, становится известным спецслужбам 5 стран – Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Слежение осуществляет глобальная система «Эшелон». Это ее головной центр – Мэнвуд Хилл в Северном Йоркшире, крупнейший в мире разведцентр. Здесь заправляет Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов. В докладе есть информация о возможном сговоре американских спецслужб с основными производителями компьютерного оборудования. Теперь под видом обычных программ пользователь получает микрошпиона. Он позволяет следить за всем, что делает и изучает человек на компьютере. Можно и залезть в частную переписку. Перечислять элементы шпионской паутины можно до бесконечности. Пока в Европе никто не знает, что делать в этой ситуации. Европарламент не обладает правом предпринимать какие-либо действия. Все ограничилось рекомендацией правительствам европейских стран тщательно изучить всю поступившую информацию. Георгий Капцелин, ОРТ. В том числе для меня, как для профессионального историка и для... Системы информационной технологии находятся под командой мормона Джона Дарвина, который перенес туда базу на миллиард белых людей в ФБР, и на этом строится вся система. Всей военно-космической разведкой, которую создали американцы в сентябре прошлого года, руководит мормон Карлсон, который под ним находится система «Эшелон». Это полный контроль над всеми финансовыми проводки. Это электронный слуховой контроль за всеми помещениями. А уже сейчас с помощью системы «Эшелон» любое совещание, вот в этом кабинете, в ВПК, в любом кремлевском кабинете, оно 100% прослушивается и мониторится.
Нету никакой системы защиты от действующей системы «Эшелон». Говорю вам совершенно объективно, нету. У нас сейчас никакой системы защиты нет.